Добро пожаловать в Rage 2. Эта игра создана непревзойденными мастерами шутеров от первого лица id Software и специалистами по открытым мирам Avalanche Studios. Вас ждет невероятное сочетание динамичного боевика и по-настоящему живого бесшовного мира без лишних экранов загрузки. Действие Rage 2 происходит через 30 лет после событий первой игры. Земля начинает оправляться после глобальной катастрофы. Жизнь на планете сохранилась в самых разных, подчас фантастических уголках. Джунгли, пустыни, болота. Мир постепенно пробуждается. Ваш персонаж родом из Вайнленда, изолированного конклава, на который напало возрожденное правительство под предводительством жестокого генерала Кросса. Вы начинаете игру в топях секрета, где вам предстоит найти доктора Квасира. Поклонники первой части помнят его как верного союзника. Как положено в играх от id Software, вы до зубов вооружены мощными пушками. И полюбившаяся многим крылопалка, которая все еще способна вас удивить. Чуть позже мы покажем вам пару новых фокусов с ней. Мутанты правительства обезврежены. Теперь давайте поговорим с доктором Квасиром. Эко-15. Его не успели активировать. И он по-прежнему на орбите Земли. Отправляйся в космопорт Эдем и запусти процедуру возврата. А, да, забыл предупредить. Там могли засесть бандиты. Если точнее, банда Костоломов. Банда Костоломов — лишь одна из множества фракций в Rage 2. Эти агрессивные психопаты ни в грош не ставят закон, крушат и ломают все на своем пути. А вот пелена бессмертия, напротив, преступники со своими представлениями о чести и морали, владеющие чудесами маскировки и использующие самое технологичное оружие и мощные машины. А еще есть речные кабаны, мутанты Абадона, правительство и множество других группировок, с которыми придется воевать. У каждой фракции свои поселения, манера боя и уникальный транспорт. Транспорт всегда был важной составляющей Rage, и во второй части его станет только больше. Вас ждет невероятное количество автомобилей самого безумного дизайна. Эти сумасшедшие тачки снарядами носятся по пустоши. Участвуйте в кровавых гонках с ураганными перестрелками и заставьте соперников глотать пыль. Но это еще не все. Вас ждут захватывающие нападения на конвои и смертельные поединки с охраняющими их лидерами. И это еще не все. Будет интересно. Рейнджер Рокер, рядом с тобой конвой. Направляются к стволу. У них взрывчатка. Помнишь про миномет «Адское пламя»? Феникс — универсальная машина смерти. Это адская машина для самых изощренных убийств. Итак, вы прибыли на космодром Эдем, который сейчас захвачен Костоломами. Но это временно, ведь в вашем распоряжении целый арсенал смертоносных пушек, куча снаряжения и специальные способности. Например, удар сверху. Истребляя врагов, вы заполняете шкалу перегрузки. Когда она достигает максимума, можно активировать прилив адреналина. Ваше оружие станет гораздо мощнее и вдобавок получит уникальные спецспособности. Помимо коллекции улучшаемого оружия и снаряжения, в вашем распоряжении будет усовершенствованная крылопалка. Доработанная крылопалка может обнаруживать и убивать врагов, даже если их не видно.
Authorized personnel are no longer present. Threat has been nullified. Мы в пункте управления. Давайте спустим эко-под. Recall sequence approved. Сейчас вы получите доступ к совершенно новой способности под названием «бросок». Это мощный выплеск кинетической энергии. Самое время испытать новую способность. Берегитесь огромного мутанта-крушителя. Такие чудовища часто встречаются в мире Rage 2. Будьте осторожны, иначе вас расплющат в лепешку. В огромном открытом мире Rage 2 полно оружия, автомобилей и ураганных перестрелок. Спасибо, что вместе с нами посмотрели эту небольшую презентацию. В ближайшие месяцы мы покажем вам еще много веселого и интересного. Crush, 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 crush.